Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас Volkswagen Tiguan 2009 года выпуска, 2.0 бензин. На этом автомобиле мы сегодня заменим на правой опоре подшипник. Хрустит при повороте. Сейчас приподнимем автомобиль, покрутим рулем, покажу, как он хрустит. У левого хруста нет, но поэтому менять будем только один, правый. Поднимаем, снимаем колесо. Сверху у нас здесь надо будет снять половину, правую половину жабо. Для этого мы снимаем вот эти вот скобы, фиксаторы. А второй здесь нету, одна. Снимаем вот эти заглушки, две. Получается, заглушки у нас ничего и не держит. У нас сидит на резинке под лобовым стеклом. Снимаем вот этот уплотнитель. Тебе лобовое меняли, да? Я не менял, но оно не родное. Вот это. Переклеивали вот этот кант. Стекло, видать, дешевое какое-то. И кант не приклеенный нормально. Вот этот кант идет вот здесь вот стеклом вклеенный. В него этот жабо защелкивается. Здесь оно получается по всему периметру свалено. Смотри, сколько там листвы. Так, ну вот, эту половинку мы сняли. Наша опора. Сейчас мы сразу пока сверху ослабляем центральную гайку и ослабляем вот этих три болта. Ослабил болты. Взялся гайку крутить, гайка прокручивается, не затянута была вместе со штоком. Поэтому она ослаблена, мы сейчас снимем и уже разберем. Поднимаем. Открутил гайку. Здесь гайка на 18, а с обратной стороны бита. 12-гранная такая бита на 14 болт держит. Болт я сейчас расшевелил. Брызну его ВД-шкой и выбиваем его. С обратной стороны хорошо видно. Коррозия его подъела хорошо, поэтому он сидит там очень плотно. Выбиваем. Болт я выбил. Залил здесь все ВД-шкой, чтобы немножко отошла стойка. Потом сзади, где у нас вот этот пропил есть на ЦАПФе, мы аккуратненько забьем отверточку, чтобы расслабить стойку, вытащить. Также мы теперь откручиваем верхнюю гайку стабилизатора, снимем его и будем уже снимать ЦАПФу со стойки, а потом сверху откручивать стойку. Гайка на стабилизаторе должна быть на 18. Да, на 18. Гайка мазаная, откручивается легко. Откручиваем. Открутил стабилизатор, немножко вывернул руль. И вот, как видно,
снизу металлическую отвертку забил между стяжным, ну, где стяжной у нас разрез, где зажимает стойку. Немножко, опять же, не сильно, чтобы ее не разгибать, чтобы потом нормально она зажала. И вот сейчас видно будет, как стойка идет вниз. Вот оно место. Снимаем ее. Все, вот она, видно, насколько сидит стойка в ЦАПФе. Теперь она у нас отвязана. Вот она, наша стойка. Теперь мы ее стараемся не ложить. На руке чувствую, звук не передается, на автомобиле не показал хруст. Теперь откручиваем гайку, но перед этим стягиваем пружину стяжками. Продолжаем. Стянул стяжечками с двух сторон. Сверху у нас шестигранник семерка. На 7 миллиметров, гайка на 22. И все, можно уже опору снимать. Подшипник мы его из чашки выковыриваем. Вот он. Чашку оставляем старую, потому что с ней ничего не происходит. Она резинометаллическая. А подшипник вот этот меняем. Подшипник новый использовать будем ВАК 1К 041 2249Б. Оригинальный подшипник. Все. Берем, управляем пыльник. Пыльник мы не снимали. Ставим подшипник в опору, дальше он уже подожмется сам, и заправляем пыльник. Пыльник мы заправили. Теперь мы смажем резьбу. Смажем медной смазкой. И закручиваем гайку.
Теперь берем, затягиваем и идем устанавливать. Но перед этим резьбы, которые у нас в чашках, тоже смажем. Смажем сами резьбы и смажем сами болты. Чтобы работало дольше. Стойку я сверху закрепил. Теперь мы здесь немножко смазкой ее сбрызнем, чтобы нам легче было ее ставить. А сзади у нас на стойке есть вот такое ушко, пятачок, это флажок. Мы его заводим в этот разрез. И поднимаем домкратом. Все, стойку поставили на место. Здесь по посадочному видно, она встала. Болт почистил и смазал. Наживляем, закручиваем и ставим стойку стабилизатора. Стоечку также мы смажем. И тоже ее закручиваем. Ставим на место провод и затягиваем. Все, болт крепления стойки затянули, стойку стабилизатора затянули, сверху здесь болты, вот эти три штуки подтянули, и центральную гайку тоже подтянули. Теперь ставим колесо, опускаем и ставим половинку жабо. Все, колесо затянули, ставим на место жабо. И защелкиваем вот эту скобу. Все. Подшипник опоры передней стойки мы заменили. На этом все. Всего вам доброго.